Ну, а пока страсти накаляются, мы сохраняем интригу, и расскажем сейчас всем, откуда мы, с какой части страны, из какой страны находимся сегодня в ожидании мега-мега крутого проекта. Фонит. Ничего страшного, пусть фонит. Пишите, кто, откуда, где, когда. Все сделала тише. Пойдет, да? Я сейчас отключусь. Сейчас включим еще одну классную песню. Привет, Барнаул, привет, Омск, Новосибирск, Бийск, Симферополь, Екатеринбург, Павловск, Курагина, да, что, Находка, еще раз Бийск, еще раз Заринск, Шарыпово, Киров, Новокузнецк, Алтайский край, Бийск. У всех сегодня есть регистрация? Давайте также забомбим наш чат, есть ли у нас сегодня регистрация. У кого? О, Танюш, поздравляем, молодец, здорово. Маша, здорово, работаем. Барнаул опять, Барнаул есть, Кольчугина. Смотрите, как здорово оживление. Я сохраняю такую интригу, потому что сейчас вещание начнется из мега-крутого места, из необычного, не то, что там из дома кто-то так удобненько сидит, да, типа меня, и будет вещать сегодня перед вами. Но сейчас вас ожидает встреча такими офигенными людьми нашей компании, да, практически из Японии, почти из Японии, вот, поздравляем, ждем данные, вот, ну и чудесно, все готовы, теперь песня. А вы думаете, интриги закончились, что ли? Ха! Ничего подобного. Начнем все-таки с меня. Для меня тоже интрига за интригой, но я... А, Юль, все? Получается? Заходите? Что-то я тут позеленела. Да хлопайте мне, хлопайте. Юлечка! Вы будете или я начну? А, нет, со связи не получается. Ну, давайте будут пробовать, потому что место действительно просто уникальное. А я приступлю к своей миссии и включу вот такой слайд. Меня зовут Чебыкина Лариса, золотой директор компании «Орифлейм». Не попала я на такую шикарную фотосессию, как нам на наши красавцы, да, на фотографии с гантельками, с шариками, да, там, в перчаточках. Фотографии просто конфетка, да. Я долго думала, как же себя-то сюда прилепить-то в этот дизайн, да, чтобы смотреться тоже так, ух, да, прокачивать. Готовы прокачивать главную мышцу? Готовы, да, я готова. Мы когда сочиняли этот проект, ребят, это был просто классное, крутое, да, ну, я скажу по-русски, такое внутреннее восхищение, да, смешанное с волнением, что мы сейчас начнем слушать наших подросших звездочек, новых людей, да, закреплять новые уровни, да, которые за лето, за весну, сезон отпусков наработались, нарастились. И наш проект будет уникален тем, что он наш. Да. Смотрите, у нас уже в чате 140. Давайте дожмем, сделаем все, чтобы у нас было не менее 200 человек на наших вебинарах, потому что они будут необычны. И об этом я сейчас вам поведаю. Поведаю необычный график, который будет предполагать всего два проектных вебинара, которые будут наполнены постоянно разным содержанием, постоянно уникальным содержанием, я бы сказала, авторским содержанием, минимум теории, максимум практики, да, личного такого видения и позиции, да, такой лидерской. Как вам вот такое общее направление нашего проекта и нашего марафона? Напишите мне, пожалуйста. Два шикарных, классных вебинара. Каждое утро, наше утро будет бодрым утром. Нас будет встречать каждый раз новый растущий лидер и лидер нашей команды, партнер нашей команды,
который будет нам говорить «доброе утро», «бодрое утро» и рассказывать о том, как он его проводит. Хотели бы вы заглянуть, да, так подглядеть за лидером, что же он делает эдакое по утрам? Хотели бы? Я хотела бы. Это будет необычное вещание. Это будет рассказ о том, а вот о чем мы будем слушать каждое утро, о чем захочет рассказать этот лидер, о том, как он ведет здоровый образ жизни, как он, может быть, приводит себя в порядок, да, свое лицо, свою красоту, она и для него, да, тоже немаловажно, о своих любимках. Это будет 30 минут общения утреннего, и наше утро станет воистину бодрым. Каждый понедельник ровно по алтайскому времени в 21:00, по Москве 17:00 нас будет ждать презентация бизнеса. И всего лишь раз в неделю вы сможете послушать уникальное содержание практической работающей презентации лидеров нашей команды с уровня директор и выше. Я считаю, что это правильно. Слушать каждый день. Мы просто заелись, правда, друзья? Это будет не часто, это будет раз в неделю, и это будет достойно, и это будет востребовано, и мы всегда будем это ждать. Согласны со мной? Каждый понедельник мы с вами слушаем лидеров на бизнес-презентации. Каждый вторник мы будем с вами прокачивать мышцу рекрутинга, дорогие друзья. И вот здесь нас ждет такой микс-коктейль. Не часовой мотивационный вебинар, а часовой такой спортивного направления, прокачивающего направления. Делай, я могу, я умею, я смогла, да, я смогу, я сумею. И все это возможно повторить, потому что будут выступать только практики. Растущие лидеры с уровня 15% и выше. Я с нетерпением жду этих вебинаров, потому что нашу команду я обожаю. По средам у нас каждый раз будет коктейльчик, очередной коктейльчик успеха, перемешанный, да, такой смешанный, и ассорти, наверное, да, не коктейльчик, а ассорти. Каждую первую среду мы, как правило, по традиции, да, зажигаем в параде успеха, зажигаем по полной. И рассказывают нам победители, да, старшие менеджеры, как у них получилось. Вебинар слушаем с удовольствием от наших вышестоящих спонсоров Юлии и Артема. Следующая среда у нас будет женский клуб, и следующая среда мужской клуб. Это все в интриге, друзья. Что же там будет? Что будет предполагаться? Как это будет называться? Следите за анонсами, потому что я тоже жду прям в предвкушении чего-то такого мега интересного от нашей команды, потому что мы знаем все, что наш состав просто уникальный. Он миксовый такой, да, и разный возраст, и разная харизма, и разный креатив присутствует. Все команды настолько разношерстные, да, что я просто с удовольствием всегда присутствую на этих обучениях. По четвергам мы с вами прокачиваем бизнес-мышцу. Здесь будут вещать лидеры с уровня директор и выше. Это будут бизнес-темы, дорогие друзья, которые всегда важны, которые всегда актуальны. И мы вас приглашаем в директорский корпус для того, чтобы участвовать в этих вебинарах. Темы будут просто зажигательные, просто такие потрясающие, наверное, да, нужные, необходимые, важные, ценные. Пятница – интрига дня. По пятницам, друзья, а вот по пятницам всегда случаются чудеса. И я не буду открывать вам этот секрет. Ну так, приоткрою завесу, потому что по пятницам у нас будут чаще гости, а еще у нас по пятницам будет уникальное сообщение от вышестоящих спонсоров, которые захотят в пятницу, захотят в среду. Короче, когда захотят, тогда и сделает так, чтобы наш вечер очередной, да, бизнес-вечер был воистину интересным, мотивирующим. Вот такой интригующий марафончик, ребят. ШМО-1, школа менеджеров для Oriflame с уровня менеджер. Это только эксклюзивно для партнеров. Там будет просто бомба.
Я приглашаю туда, кто против всяких женских слюней и соплей, простите за выражение, кто готов работать и пахать, добро пожаловать каждый вторник в 11 ночи, в 23:00, да, а по Москве это, по-моему, 19:00, с нами зажечь. Друзья, вот такой у нас будет бизнес-марафон, бизнес-прокачка наших с вами мышц головных, мозговых. А будет предоставлен чек-лист направления, уникальный инструмент для того, чтобы вы наполнялись, смотрели, сравнивали и работали над собой. Будет создан уникальный бизнес-чат, который возможно вступить только по особым правилам. Короче, друзья, и в общем, друзья, фокус только на рост, фокус только на лидерство. Ну а сертификаты, вкуснючие сертификаты, они вас ждут каждые 3 недели. Об этом расскажет золотой директор компании Oriflame Татьяна Безбородкина. Ну а я прощаюсь с вами и передаю слово следующему спикеру. Ждем вас на наших вебинарах вот в таком же составе и дальше даже больше. Я вам там. Мы сюда не смогли. Так, ребят, скажите, пожалуйста, что у вас сегодня? Регистрация есть? Да, целых 2. Здорово. Я сегодня тоже, знаете, мужчин сегодня окучивала. И они даже пойдут. Они даже пойдут на мужской семинар, представляете? Здорово. Мне сегодня пришли. А 2 пары, представляете, муж с женой. Я понимаю, что семейный бизнес это очень круто, надо развивать. А вы развиваете, видите, уже муж скоро подключится, к нам будет приходить много-много семейных пар. Да. Здорово. А в марафоне-то много у вас участвует? У нас все. Все? Да. И у вас Болгария вообще, вот просто Болгария светит вот таким вот. Да. Ребята! Началось! Ой, точно! Ой, а здесь уже вебинар идет! Прокачка началась! Ура, ребята, как вы нас видите и слышите? Поставьте плюсики! Все слышно? Сколько там человек-то собралось? Что-то мало, давайте приглашайте еще скорее! Какие вы молодцы! Что дальше? У всех есть регистрации сегодня! Добрый вечер, дорогие друзья! Как нас видно и слышно? Оцените по 10-бальной шкале. Хорошо нас видно и слышно? Мы собрались 10. Здесь, в таком уютном ресторанчике Куркума. Мы мы расслаблены, мы кайфуем, мы получаем удовольствие от стиля жизни. Ребят, ваше здоровье. Не хотите. Тем самым показываю, друзья, всем, что Oriflame это не работа. Это кайфовый стиль жизни. Потому что можно рекрутировать, отдыхая. Можно отдыхать, развиваться, приглашать людей и достигать новые звания. Поэтому мы сегодня вот в таком неформальном местечке, как Куркума, город Барнаул. Всем привет! И начинаем наш запуск. Ребят, вообще я хочу поздравить вас с этим событием, с великолепным марафоном, который имеет такое интересное название, как бизнес-прокачка. Сережа, покажи мускул. Прокачай, мышцу. Ребят, знаете, это я могу вам сказать, что над этим инструментом, над этим марафоном работал основной костяк наших лидеров, директорский состав. Абсолютно каждый внес свою лепту. И мы общались немалое количество часов для того, чтобы из этого марафона сделать просто конфетку, сделать просто нечто зажигательное и работающее. Мы вам дадим современнейший бизнес-инструмент, который работает как швейцарские часы. Воспользоваться им или нет, это решить может только вы, друзья. Как вы думаете, вы уже решили? Нам кажется, что вы уже решили. А вы решили? А ты с нами или нет? Вы воспользуетесь этим инструментом?
Я думаю, что однозначно каждый из вас, кто планирует рост, кто хочет просто от жизни взять все по максимуму, завоевать весь мир, обязательно воспользуется этим инструментом. Вот. А, не переключайтесь, мы для вас приготовили еще много чего вкусного и интересного. А сейчас мы передаем слово золотому директору компании «Арифлейм» Безбородкиной Татьяне. Друзья, всем привет! Итак, я очень рада, что у нас сегодня с вами очень много здесь. Здорово, что мы с вами транслируемся из разных мест. Кто-то из разных городов, кто-то из ресторана, кто-то из дома. Замечательные возможности сейчас у нашего с вами бизнеса быть везде. И всюду, и одновременно, да? Скажите, пожалуйста, в ближайшие 4 месяца мы плотно проведем с вами вместе. Какие у вас планы на ближайшие 4 месяца? Планы. Вот у нас сейчас 150 человек здесь. Давайте каждый сейчас напишет, какую задачу он ставит перед собой на ближайшие 4 месяца. Фонит? Так, Фонит. Так лучше? Так, подождите, вот так сейчас делаю. Я, наверное, ору сильно. Давайте я... Так лучше? Так, кто-то открывает сапфира, кто-то старшего менеджера, выйти на 22%, рекрутировать и развиваться, открыть директора, что-то у нас еще, 22%, вы представляете, сколько у нас ждет новых старших менеджеров, стать директором, кто-то у нас еще, рост и новые ключевые партнеры, открыть директора. Смотрите, сколько, а почему никто, так, вот, наконец-таки, директор плюс премия по программам, верните, турборост, дальше там в Болгарии, да, то есть вы все понимаете, что весь этот проект направлен на наш с вами рост, и он очень дополняет наши с вами программы, которые нам приготовила компания, программа квалификации на Болгарию, программа там вот по турборосту, да, это все приятное дополнение, но у нас с вами предстоит, конечно же, плотная работа, работа над собой, работа над рекрутированием, вот эту мышцу рекрутирования, нам ее нужно всем очень хорошо за эти 4 месяца развить, плюс у нас с вами и у нас, у наших новых ключевых партнеров, которые придут за этот период, у нас должно появиться такое глубокое понимание этого бизнеса, философии этого бизнеса, как это все работает, что здесь существует много техник, что здесь много историй, разные совершенно люди здесь могут состояться. Это должны понимать мы с вами и должны передавать это своим командам, чтобы они были росли, чтобы они были уверены в завтрашнем дне, в сегодняшнем дне и вообще в том, что это все действительно работает, что они в нужном месте, в нужное время. Итак, чтобы нам с вами было интереснее обучаться, чтобы нам было интереснее практиковать, мы с директорами решили практически единогласно, ни у кого не было никаких сомнений на этот счет. Нам очень хочется, чтобы у вас были еще какие-то сюрпризы, причем сюрпризы вас ждут ежекаталожно. Смотрите. Конечно же, мы понимаем, что нам нужен рекрутинг. Рекрутинг нам нужен серьезный. 20 рекрутов персональной группы в каталог, 40 рекрутов, 50 рекрутов для стремительного роста. То есть мы с вами в течение этих 4 месяцев должны на это нацелиться и должны это сделать, чтобы действительно показать просто нереальный рост, самим себе доказать, что мы способны на многое. Следовательно, это нам нужно для того, чтобы расти по лестнице успеха «Арифлейм». Скажите, много ли у нас сейчас здесь, поставьте плюсики, тех консультантов, которые находятся от 0 до 9%. От 0 до 9% ставим быстренько плюсики. Много вижу. Вот смотрите, для вас есть шикарная возможность выйти на 12% и участвовать в розыгрыше одного из главных призов нашего с вами марафона. Если у нас 12%-ники, обозначьте 12%-ники,
12%, прям пишите так в чате, я 12%, да? Те, кто сейчас находится на 12% и выходят на 15% уровень в том каталоге, вы тоже участвуете в розыгрыше главного приза. Те, кто сейчас находится на 15% и делают новый уровень 18%, вы тоже имеете право участвовать в розыгрыше главного приза. И те, кто находится сейчас на 18%, выходит, закрывает новый уровень, вы тоже имеете возможность участвовать в розыгрыше главного приза. Что же у нас является главным призом? Главным призом является... Ба-ба-ба-бам, является сертификат, подарочный сертификат на 5000 рублей на покупку деловой одежды. Внимание, друзья, по результатам каждого каталожного периода те лидеры, которые сделали новый результат от 12 до 22% на итоговом нашем вебинаре, кто-то один из вас выигрывает вот такой подарочный сертификат. Конечно, обидно, что не всем такое достается, да, но все равно, мы же понимаем, что получение подарочного сертификата на 5000 рублей – это не сама цель, да, это наша цель с вами более серьезная – двигаться дальше по карьерной лестнице, чтобы мочь себе позволить там каждый каталог покупать себе деловую одежду, спортивную одежду, демократичную, там, стиль casual, там, еще какой-то, да. Мы хотим с вами роста, хотим развиваться и стать финансово независимыми. Но чтобы вам было просто интереснее, чтобы это было вот еще какой-то вот такой сюрприз, еще какой-то вау, мы решили сделать директорами вам такой подарок. То есть каждый каталог, по результатам каждого каталога мы будем разыгрывать вот такой подарочный сертификат на 5000 рублей, который вы можете потратить на покупку деловой одежды, вы можете прокачать свой бизнес-стиль и продемонстрировать нам его, как вы изменились, как вы преобразились. Должна сказать, что такое у нас уже практиковалось. И я должна сказать, что это действительно было очень интересно, очень зрелищно. Вот когда человек в этом новом обличье фотографировался, это так было для него необычно, интересно. И мы старались, чтобы человек подобрал там себе такую одежду, которую, ну, может быть, изменил как-то стиль, да, чтобы он вот действительно что-то новое такое, вот необычное, того, чего он раньше себе никогда, ну, не позволял купить, да. Может быть, какое-то смелое решение такое, да, или вот именно бизнес-стиль. Это очень интересно, стильно, и я думаю, что это будет вам всем очень нравиться, это будет интриговать, что же человек купит, как же он преобразится, мы будем ждать ваших фотографий, конечно же, вот, может быть, фотосессий и так далее. Интересный подарок? Я считаю, что очень интересно. Это был главный приз нашего марафона. У нас есть еще один. И этот приз, он предназначен не только для лидеров, которые растут по карьерной лестнице, он предназначен еще для другой немножко категории, для всех с уровня там, от 0 до, ну, в общем, до менеджерского результата. Смотрите, мы, конечно же, знаем, что нам важно рекрутировать, нам важно... прокачивать рекрутинговую мышцу, да, нам важно расти, нам важно подниматься по карьерной лестнице, делать новые результаты для того, чтобы на Болгарию квалифицироваться, на круиз, для того, чтобы на банкет директоров вовремя успеть, да, и мы знаем, что компания сейчас делает фокус, она нам его прямо советует, рекомендует, нацеливает нас на то, что все это проще и легче делается с двумя категориями Novage и Wellness. И вот мы хотим именно заострить ваше внимание, у нас будут вебинары и по Wellness, и по Novage, но мы хотим именно остановиться на серии Wellness, и хотим на этом сфокусировать ваше внимание, потому что Wellness – это здоровье. Это, пожалуй, одна из самых главных ценностей людей, которые есть в ваших командах, которые еще не в ваших командах, но они могут на это прийти. Понимаете, когда мы говорим с людьми о деньгах, о бизнесе, мы не должны с вами забывать говорить с ними о здоровье, потому что здоровье – это бывает гораздо ценнее даже для некоторых, чем деньги. Поэтому, чтобы вам легче с людьми говорилось об этом, мы вам тоже приготовили акцию. Мы хотим, чтобы вы были
чтобы вы получили такой вот инструмент тоже, да, для продвижения wellness в свою команду. Смотрите, когда у вас приходят сейчас люди, мы должны с ними говорить о коктейле и о витаминах, потому что если человек заказывает коктейли, витамины, он автоматически у вас квалифицируется на все там, вам же нужны, да, квалифицированные рекруты, да, и он плюс автоматически участвует в розыгрыше еще одного сертификата на 2000 рублей. То есть все люди, у которых есть wellness балл от 100 и выше, они участвуют тоже так же ежекаталожно в розыгрыше подарочного сертификата на 2000 рублей, который он может потратить тоже на покупку продуктов из серии wellness. Дело в том, что эта серия никогда не бывает лишней. Да? Кто-то использует ее для коррекции веса, кто-то возьмет для себя еще что-то там, для детей, может быть, да, для каких-то близких своих. Поэтому я считаю, что это просто супер-пупер подарки, которые должны смотивировать тоже ваших новичков, ваших консультантов имеющихся, да, тех, которые уже обратили внимание на эту серию, но еще не на 100 баллов берут себе wellness, да, то есть сориентируйте их, пожалуйста, на это и участвуйте, пользуйтесь вот этой акцией. Ну, а у меня пока для вас все, возможно, я не знаю, может быть, еще какие-то сюрпризы будут, но я, пожалуй, буду закругляться. Я желаю вам всем больших успехов в этом проекте, я желаю вам всем, каждому из вас, квалифицированным на Болгарию, собрать все возможные, невозможные там морковочки, все завлекашечки и сделать все возможное, невозможное, чтобы быть везде, в Болгарии, на круизе, на банкете, везде. Пусть вам этот марафон обязательно-обязательно поможет. Можно просто присесть. Ребята, всем привет! Как вам сегодняшние новости? Как вам запуск наш? Таня и Лариса, спасибо огромное за то, что просветили, как это все у нас будет проходить. Вот, ребят, мои мысли по поводу... Меня слышно? Напишите. Ага, ракета запускалась. Там ее подготавливали, набирали команду, да, классную, прокачивали ее, выращивали. И сейчас она вот как раз начинает свой старт, да, запуск ракеты такой мощный. Вот, только взлетим в космос. Сегодня мы, у нас сначала, да, 1, 2, 3 пуск, и полетели. И, ребят, что для меня бизнес-прокачка, и что для меня те новости, которые сегодня нам сообщила компания, и Болгария тут же, и золотая конференция, которая в 14-м каталоге, да, нужно быть золотым директором, плюс новости про Японию, да, да, очень крутые. Висит. Так, сейчас слышно? А сейчас слышно? Бизнес-висячка. Ребята, напишите, пожалуйста, сейчас слышно меня? Интернет вообще эмоции, да, не выдерживает. Слышно, видно? Напишите, пожалуйста. Отлично, видно, все слышно.
В общем, смотрите, мы ракета, которая запустилась, да, давайте сделаем нашу бизнес-прокачку очень крутой, чтобы выпустилось не просто какие-то там 15-18% менеджеры, да, а 22% менеджеры, золотые директора, бриллиантовые. Этот год давайте до конца этого года реально такую бизнес-прокачку замутим, что это просто что-то будет нереальное, да. Всем спасибо! Давай, мы-то повернули. Всем привет! Мы сегодня собрались в Куркуме, проводим классное время. Желаю вам каждый день, чтобы были в вашей ваших командах, у каждого из вас очень-очень много регистраций. Для меня это рост не только мой, но в первую очередь рост моей команды. Желаю всем успехов. С нашей бизнес-прокачкой у вас все получится. Друзья, добрый-добрый вечер. Сегодня мы с вами на бизнес-прокачке. И что бы я хотела сказать? Я сегодня легла спать в 5 утра, мне не спалось. Почему мне сегодня не спалось? Кто сегодня не спал вместе со мной? Я знаю тех героев, потому что я их видела в чате. Мы, ребят, только потому, что у нас уже поставлены цели. А есть ли эти цели у вас? Ту цель, которую я запланировала, все, наверное, уже знают, что это будет лайнер. Ребят, запомните, что я туда поеду. Вот я вам говорю, вот зуб даю, что я буду там. Поэтому вместе со своей командой мы поедем в Болгарию. Мы эту бизнес-прокачку возьмем все из нее самое для того, чтобы наш бизнес просто рос. Знаете, вот все, что вы сегодня узнаете, все, что вы узнаете в дальнейшем, это пойдет только на то, чтобы мы отсюда выпустились с вами бриллиантовыми директорами, президентами, и все было у нас на самой крутой лестнице успеха. Друзья, зажигаем! Пока! Всем привет! Привет! Видно нас? Все хорошо, не висим? Отлично! Итак, друзья, самое главное сейчас начать себя, дать себе слово, что вы не будете сидеть, молчать, просиживать свое время, да, и ничего не делать, а просто вот с сегодняшнего дня, с этой минуты вы даете себе слово, что вы включаетесь в бизнес-прокачку, и что вы будете в самой гуще событий, что вы будете идти вперед обязательно сами, будете вести за собой огромное количество людей, вы будете лидерами для своих людей. И самое первое, это... вы, да, вы начинаете, вы показываете путь, идете вперед. Поэтому дайте себе слово и действуйте. Сейчас возможностей великое множество. Помимо нашей бизнес-прокачки, есть еще очень много возможностей, про которые говорила Маша. А бизнес-прокачка вам поможет себя дисциплинировать, и это очень здорово. Вам будут даваться конкретные задания, вы будете выполнять их и чувствовать себя сильнее, круче, подниматься вверх по лестнице успеха. Мы сегодня уже сделали несколько регистраций. У нас уже есть регистрация в этом каталоге. Мы идем вперед. У нас есть цель выйти на уровень бриллиантового директора в начале года. А у вас эта цель есть? Жду в чате. Конечно. Друзья, это нереальная возможность просто начать прокачивать свой бизнес, качнуть его с такой силой, чтобы он еще долгое время находился в неспокойном состоянии. И хочу включить небольшой отрывок музыки, чтобы слова этой песни звучали на протяжении долгого периода времени у вас в голове, и чтобы вы подогревались этими словами. Сейчас, секундочку. Где микрофон? Ну все, поняли, да, о какой музыке шла речь? Все, давайте качаем бизнес, бицепс и двигаемся вперед. Друзья, надо подкачаться. Надо подкачаться. И качайте свой бизнес. 6 кубиков на животе.
Алло, 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 как видно, слышно? Еще раз всем привет. Ребят, как, что такое куркума, кто знает? Напишите, пожалуйста, кто пользуется у себя дома на кухне куркумой? Кто-нибудь готовит? Это специя такая, да? Индийская такая, немножко остренькая, индийская, пряная приправа. Вот у меня для вас есть такая приправка к тому, что к тому обеду, который мы сегодня, или к ужину, который мы сегодня подготовили всей большой командой, марафону бизнес-прокачка, есть приправка. Соус вкусный, рассказать? Новость. А, очень крутая, потому что раньше такого не было, ребят. Я хочу вас всех обрадовать, что в рамках проекта, в рамках нашего марафона «Бизнес-прокачка» будет еще два невероятно крутых момента. Первое – это именитые гости, это миллионеры, это люди совершенно... просветленные, я бы сказала, да, совершенно нестандартным мышлением из СНГ. Мы сейчас договариваемся с бриллиантовыми директорами России и СНГ для того, чтобы они эксклюзивно провели для нас с вами вебинары. Они расскажут свежайшие фишки, секреты, расскажут. Вебинар будет не просто об истории успеха, вебинар будет по рекрутингу, вебинар будет о методах рекрутирования их личных и их команды, которые приносят им сейчас колоссальный рост в рейтинге СНГ и России, ребят. И первыми гостями в эту пятницу уже будут, как вы думаете, кто? Ставки, господа. Ваши ставки, господа. Кого вы знаете из бриллиантовых директоров СНГ? Самые быстро растущие на сегодняшний день бриллиантовые директора. Лидеры, которые за 10 каталогов сделали 6 групп и уже буквально несколько дней назад... закрыли бриллианта. Это Шахае, вы, Анна и Сергей. Ребята, мы договорились с ними, и в пятницу вы услышите первый вебинар будет с такими звездами. Я думаю, что мы просто возьмем все самое вкусное и важное у этих ребят и добавим свои методы, и сделаем такие же результаты. Сделаем, ребят! Сделаем! Да. Сделаем! Yes, yes, yes! Обязательно. И Шаймардановы будут у нас. А кого вы еще хотите пригласить? Кого вы знаете? Мы сейчас ведем переговоры с Эдуардом и Натальей Васильевыми. Мы общаемся с Альбиной и Эдуардом и Эриком Хафизовыми. Это топ-5 сильнейших лидеров России. Это лидеры, которые на третьем месте во всем мире Oriflame, который показывает сейчас просто неимоверный рост. Естественно, наши все спонсоры, любимые и неповторимые, самые лучшие, они тоже будут у нас на проекте. Вот, ребят, это первая такая вкусная новость. Как вам она? Шикарная. Нам круто! Уже волосы дыбом от таких новостей, реально, волосы дыбом. Ребят, что же еще? И вторая новость. Мы немножко сегодня юморим, веселимся, да, конечно же, это здорово. Вот, но все на самом деле очень серьезно. И вторая новость следующая, ребят. Мы сейчас ведем переговоры. И находим людей, которые сделают нам, всей команде, рекрутирующий сайт. Ребят, абсолютно у каждого растущего партнера, кто начал рекрутировать, будет своя реферальная ссылка для входа на рекрутирующий сайт, одностраничный сайт «Воронка», который, благодаря работе с которым у вас появится возможность нового вливания людей в вашей команды, ребят. Как вам эта новость? Это бесплатно, но не каждому стартеру будет дана реферальная ссылка. Это надо, естественно, да, заработать, заслужить. Это вторая убыльная новость, которую мы хотели вам рассказать. Как вам, ребят, новости? Отлично. Прореагируйте, пожалуйста. Нам хочется услышать ваш уровень энергии. Что такое реферальная ссылка? Ну, по-простому говоря, свой личный сайт. У каждого будет свой сайт, рекрутирующий, рекрутирующая страничка,
которая, ссылку на которую вы можете размещать в любых социальных сетях, и люди, пройдя по этой ссылочке, смогут оставить вам свои данные для дальнейшего общения, для дальнейшего созвона. Ребят, это очень крутая новость, и могу сказать вам, что это тоже очень серьезный, классный, современный инструмент, онлайн-инструмент, который позволит вам рекрутирование вывести на новый уровень. И еще, ребят, немножечко серьезных вещей хочу сказать. Внимание, да? Ребят, смотрите, на сегодняшний день очень много акций, вы, наверное, уже заметили. И внутри структуры вашего директора какие-то есть акции, да, постоянные сертификаты, интересные новости, прокачка. А внутри нашей большой команды, да, мы сейчас проводим марафон «Бизнес-прокачка», тоже с рядом интересных новостей, опций, акций. А сегодня кто присутствовал на бизнес, как это называлось, от компании у нас, да? Бизнес-завтраки от компании «Reflame». Мы! И мы узнали тоже потрясающие новости по бонусам, которые готова нам подарить компания. Ребят, нехилые бонусы, как вам? 9 тысяч. 12, 15 и 30 тысяч рублей, еще и 18 тысяч. Ребят, не у всех зарплата такая есть, как у нас, один маленький бонус. Даже менеджер может получить этот бонус, ребят. По-моему, очень круто. Так вот, и еще и в рамках компании у нас глобальные проекты. Это менеджерская конференция в Болгарию, это золотая конференция «Круиз». Это для всех директоров и выше лидеров, для новых званий. Это банкет директоров в 2017 году, куда мы тоже квалифицируемся с вами. И для золотых директоров и выше, кто уже планирует выход на бриллианта, это Япония, куда мы поедем весной, потому что там будет цвести сакура, ребят. Все делает компания для нас. Так вот, я вам хочу сказать одно, ребят. Каждый из вас должен себе запланировать очень масштабную цель. Потому что мелко мыслить в Oriflame нельзя. Это грех. Вы просто, ну, вы не грешны. Вы не грешны, вы сегодня рекрутировали. Ребят, даже если вам не верится, ваша цель должна быть 6 групп и точка. Когда это будет, неважно. Либо через полгода, либо через год, либо через два, когда вы запланируете. Если вы новичок, значит, планируйте через два. Это хороший, красивый план. А если вы менеджер, планируйте через год. Если вы директор, планируете и имеющий уже персоналку, планируйте уже через полгода открыть это звание. Дорогие друзья, меньше не имеет смысла ставить планы, потому что если вы будете метить на Луну, на бриллианта, вы прицепом соберете все эти бонусы, все подарки. И денежные бонусы в акции «Бизнес-прокачка», и платье за 5000, и сертификат wellness за 3000, и все-все-все бонусы от компании «Reflame». И вы квалифицируетесь на директора, и на банкет директоров, да, успеете это сделать. И однозначно не только вы, но и члены вашей команды успеют в Болгарию поехать. И по первой волне, и по второй волне, скорее всего, которая будет. И, возможно, вы прыгнете на... куда там, в шлюпку, да, которая будет там рядом с круизным лайнером, да, в последнюю шлюпку успеете запрыгнуть, и в 14-м каталоге таки откроете директорские две группы. Ребят, если будете метить на бриллианта, если вы будете метить мелко, близоруко, вы гораздо меньшего можете добиться, нежели запланируете большую красивую цель. Кто меня услышал, ребят, кто понимает, о чем я сейчас говорю? По 10-бальной шкале оцените, насколько вы резонируете на то, что мы сейчас вам говорим, ребят. Не давайте себе право снизить свою планку. Ребят, не давайте себе право сомнениям пожирать вашу мечту и вырвать ее из вашего сердца. Вы не имеете права ни перед собой, ни перед детьми, ни перед своей жизнью. Вы не имеете такого права. Какая цель изначально была, она должна остаться, сохраниться с вами, да, и слиться с вами, быть в вашей душе и в вашем сердце. И все обязательно получится, мы точно знаем, потому что у нас очень сильная команда, у нас сильнейшие лидеры, которые очень грамотно, профессионально ведут свой бизнес, которые развиваются не только физически, но и профессионально, и духовно.
качаю руки, качаю залы.